Почему вы не смотрите в Ономаса? Я не знаю, что это такое. Ну, это человек же глубокую аналитику херачит на Ютубе. Великий такой. Молодежь просвещает. Не слышали знаю, никогда? Нет, первый раз слышал. А вообще на Ютубе смотрите кого-то? Ну, бывает, да. Ну, от кого и ваши любимые блогеры, как бы? Ну, я так разные блоги смотрю, мне особо так ничего не нравится. Ну, да, там лохи одни. Спасибо. Да. Почему вы не смотрите в Ономас, короче? В Ономаса? Да, в Ономас. В Ономас. Я понял, не знаю даже. Ты смотришь, да? Нет. А ты не смотришь? Нет. А почему? Значит, number one, короче, это будущий президент России, короче. Глубочайшая аналитика. Удачи будущему президенту. Ладно, короче. Пацаны, нормально все. Будущий президент России. А, даже так, все так серьезно. Гладильная доска, сачок. Не смотрите? Почему вы не смотрите его на вас? Understood? No. English? Да. О, American? No, American. Good luck. Здравствуйте. Почему вы в Ономаса не смотрите? Ну ладно. Христос воскресе. Почему вы не смотрите в Ономаса? В Ономаса. А что это? Ютуб, знаете? Да. Ну вот на Ютубе есть Ономас, это величайший аналитик на Руси. Почему вы его не смотрите? Потому что я о нем не знала. А, то есть знала. Вообще не слышали, да? Да. А вот игры, Лоложка, вот все это? Нет. А вот из игр кого знаете? Вот по играм люди есть. Ой, наверное, никого не знаю. Ну, удачи вам, смотрите в Ономас. Девушки, почему в Ономас не смотрите? Куда? В Ономас не смотрите. Ну, Кейт Клэп, смотрите. Вот смотрите в Ономас, ёпты. Почему вы на массы не смотрите? Ну какие массы? Ванну масса. На Ютубе. Ютуб знаете, что такое? Не знаю даже. Ютуб? Нет. Ладно, спасибо. Не понятно. Йоу, мы тоже снимаем. Здорово. Russian? Russian? Russian. Ванну массу почему не смотрите? Вопрос. Кто это? Ванну масс. Ютуб. Не знаете? Знаю. На Ютубе, а на Ютубе кого смотрите? Катю. Ну кого знаете, Катю? О, да, выдача. А вы на масс не смотрите. Глубочайшая аналитика, там вот эта вся хуйня, короче. Текстурки, короче. Взрослые, мы не смотрим пока. Ну ясно. Ну давайте, удачи вам, чуваки. Ютуб смотрите, Ютуб. Редко. Ну вы кого-то там знаете, каких-то блогеров? Нет, я не знаю никого. А вот в Ономас есть такой великий обзорщик. Нет, не знаю, такого не знаю. Я не по вашей части. Ладно, спасибо. В Ономаса почему не смотрите? Ономаса? В Ономаса. Ютуб. Не знаю. Не слышали? Нет, вообще ни о чем. А что на Ютубе вообще смотрите-то? Проект X. Кого-кого? Да ладно, ничего. Ну ладно, окей. Пиздец, короче. Ну что, чуваки, короче. Решил я замутить такой проектик. Ну вот, одну херню, да? Людей на улице рандомных, короче, поспрашать, почему не смотрят в Ономаса. Честно говоря, когда это в уме все представлял, конечно, у меня это как-то было несколько более радужно. Но дело не в том, что я думал, что там больше смотрят, а как-то в плане общения. Вот. Получилось, что была плохая погода. Мы это как бы знали, но я пошел на это. Но она ухудшилась на самом деле, то есть там снег дурацкий. Может, из-за этого люди были неприветливые, как бы. Вот. Но вы видели, как мы подходили, да, то есть большинство людей вообще, походу, не в курсе, там, YouTube, не YouTube, а кто на YouTube. То есть там какая-то девчонка сказала, Кейт Клэп смотрит, кто-то сказал, смотра, но это даже единицы. Кто-то говорил, вообще ничего не смотрят. А люди постарше, вообще не алё, как бы. Хотя вот дед сказал, что... Ему лет 60 или даже больше. Он сказал, что знает, что такое YouTube, но сказал, вообще никого не знает. То есть вывод можно сделать следующий, что рабы системы, то есть, ну вообще, короче, жестко. Вообще ничего не знают, короче. Идут чисто как боты куда-то.
То есть у них нету ни мозговой деятельности, ничего, короче, они вот бегут, что-то там сказали, ну ладно, кто-то ответил, да, то есть, ну, не постеснялся, потому что некоторые мы подходили, они говорили, нет, как бы такая тема тоже была. То есть, ну, вообще, короче, все очень ужасно, чуваки. Люди реально просто как боты, они... Хорошо, если знают, кто такой Путин вообще, в какой стране они идут, в каком городе. Потому что складывается такое ощущение, что ну просто вот реально какой-то зомби такой идет и просто идет куда-то, запрограммирован, короче. Ничего вообще адекватного не может сказать. Вот. Некоторые, был там некоторые косяки у нас определенные, то есть на Красной площади к нам подошел ФСБшник. К сожалению, мы уже прекратили там съемку на этот момент, аж девчонка отошла. Вот, сказали, нельзя снимать, то есть тоже было неприятно. После этого мы как бы и срулили оттуда, потому что он за нами шел потом. Не, ну, как бы пока мы не срулили, он за нами сзади шел. Но там какую-то ксиву предъявил, короче, ну... Я так не глянул особо, потому что смысла, я считаю, нет. Ты все равно не сможешь определить, реально это ксива или нет, да, он тебе фальшивку, там не фальшивку. Ну, как бы срулили, что там, злить, короче. Я думаю, на нас уже там раньше обратили внимание менты, просто они там по рации переговаривались, короче. Вот, то есть мы, как бы, обычные люди даже не можем снимать на Красной площади, это достояние, как бы, нашей страны, да, это центральное место, мы даже не имеем права снимать там ничего, короче. Ну, плюс там еще там были какие-то чуваки тоже там, тоже так, типа, иди отсюда, тоже такая, мимо проходя, короче. Вот, поэтому херово как-то получилось. Может быть, если бы мы это делали летом, в хорошую погоду, люди как-то более хорошо бы, а так вот, ну, как-то откликались. А так мы идем даже, вот, смотрим, короче, кого бы выцепить, да, идешь, смотришь, все такие, непонятно кто вообще, короче, идет. Мы вот подошли человеком к 5, я уже понял, что к среднему поколению, к старшему вообще нет смысла подходить, они, ну, вообще, то есть, вообще жестко, короче. Вот бабушки там были, да, они сказали, типа, не, мы ничего не знаем. Ну, я думаю, может, они, конечно, чтобы отвязались, но все равно позиция такая, да, то есть люди замкнутые все такие, друг другу, короче, враги такие все, короче. Хорошо, короче, не побили нас. Ну, нас, конечно, просто так не побьешь, но люди всякие бывают, короче, вот. И под конец уже, даже не под конец, а уже в середине, у меня тоже стало уже, ну, настроение такое, что... Все понятно, чуваки, то есть здесь ловить просто на улицах нечего, то есть реально люди там, боты какие-то, педестрианы, как в GTA, их сбиваешь, и похер вообще, короче, вот такая же тема реально, вот, короче, ФСБ это вообще жесть была, реально, чувак там такой, хер его знает, то ли это бандит какой-то, то ли, потому что выглядел он, конечно, такой, больше на бандита походил, чем на такого чувака какого-то такого адекватного, скажем так, вот. Поэтому, ну, я это видео все равно, считаю, нужно выложить, да. Какой-то, это, конечно, не самый хороший опыт, но я считаю, что все равно нужно выложить, чтобы вы вообще видели, как дела обстоят, так сказать, на улицах, короче. Понятно, если бы мы пришли там в школу куда-то, в институт, там было бы, наверное, гораздо лучше, как бы, вот. Но тут идея была именно, как бы, к рандомным чувакам там приставать, посмотреть вообще, что к чему, короче. Вот, еще по поводу пранкеров тоже такая мысль пришла, что люди вот пранками занимаются, и я не знаю, может, в других городах, но в Москве реально такое ощущение, что ты даже когда как бы нормально подваливаешь, и то у некоторых уже есть какой-то там агр, короче, а если там что-то попытаться пошутить и еще как-то по злому, то реально тебя там могут закопать, короче, такая тема очень опасная, вот. Но у нас при этом возникла идея, да, то есть как пранкеры, возможно, делают. Возможно, там реально подставные люди, просто с подставными людьми они разыгрывают, да, как бы, всю эту тему, типа, удивления или еще что-то такое. Но тут плюс в том, что они, к примеру, не сагрятся, да, они как бы предсказуемы, короче. А с рандомными людьми такая фишка не катит, они все, половина там, ой, отстаньте, другая половина мы не знаем, третья половина там что-то слышали, то есть все очень печально, чуваки. Но это видео, как бы, это срез общества на данный момент, короче. Вот, вот такие дела, короче. Жру, короче, вот тут вот всякую хрень, короче. Давайте, чуваки, пишите, что думаете.
мне пофиг, что вы напишете, короче. Это видео, это как бы срез общества, 2015 год, то есть февраль, короче, кризис. ФСБ подваливает к тебе, если ты снимаешь, короче. Давай, чуваки, пока. Почему я себя не смотрю? Ну нахуй я себя смотреть буду? Я же, блядь, уже ролики записал, нахуй, второй раз пересматривать, блядь. А чё так? Почему? Ну, блядь, ёпты, чё ты заебал? Давай уже, сколько там тест? Снимай давай, блядь. Говори. Ну, давай, говори. Говорю, блядь. Говорю.